домовым эльфом. Меня зовут Джинни. И дело в том, что мои мечты... Мне нравится один мальчик. Меня зовут Гарри. Гарри Поттер. С самого начала моя жизнь не заладилась. У меня есть мечта, скорее это даже цель. Я хочу уничтожить человека, который убил всю мою семью. Я не могу. Я не могу здесь сидеть. Я должен сделать это прямо сейчас. Привет, Рома. Доброе утро, профессор. Профессор, спасибо, что разрешили пожить нам в доме вашего друга. Да без проблем. Конечно, он же сейчас живет в более охраняемом местечке. А вот и завтрак! Спасибо, мам! О, боже! Опасный же преступник Сириус Блэк сбежал! Что? Вот еда, ванная там. Я знаю, это же мой дом. Руки вверх! Всем останавливаться на своих местах! Что такое? Что здесь происходит? Мэм, у нас есть ордер на обыск. Этот дом принадлежит Сириусу Блэку. Но подождите, как это может быть дом Сириуса Блэка? Это же дом лучшего друга профессора Люпина! Но подождите, ну не может же быть такого, чтобы лучшим другом профессора Люпина был Сириус Блэк? Рон! Нет! Или вы что, и правду хотите сказать? Кто бы мог подумать? А кто же ему сказал? Черт, какие знаки! Среди нас есть предатель! О, посмотрите-ка! Единственный раз в жизни Уизли сказал что-то умное. Да, среди нас действительно есть предатель, потому что у темного лорда везде есть свои преданные слуги. И я не остановлюсь ни перед чем, чтобы... Стоп! Давайте просто, логически, подумаем. Подумаем? Да, сейчас подумаем мы. Да предателем может быть кто угодно. Даже моя крыса! Докладывать. Кому? Кому? Сами знаете, кому. Гарри, а как ты думаешь, кто предатель? Да это Малфой! Гарри, не говори. Мне кажется, он так скоро вообще параноиком станет. Отлично. Раз так, теперь меня никто не держит. А значит, я пошел мстить. Стой, Поттер! Вот мы и остались вдвоем. Даже не сможешь справиться с его верными соратниками. Пшел вон. Так вот, Поттер. Ага. Так это вы, предатель. Вы хотите меня убить.
ненавидеть! Я знаю! Хотите? Вы всегда ненавидели меня, как и ненавидели моего отца! Давайте, убивайте! Да сколько можно, Поттер? Ты самонадеянный маленький болван. Ты ведь даже не знаешь, кем на самом деле был твой отец. И теперь собираешься идти непонятно куда, мстить непонятно кому. Ты никогда не узнаешь, кто на самом деле предал твоего отца. Гарри, Гарри, это дневник твоего отца. Я без Серёги много лет. Держи. Нет! Это что, правда дневник моего отца? Так, дневник, ну что же ты мне можешь показать? Открой страницу 12! О-о-о! Господи! Ну что, понравилось? Нет, конечно, не понравилось. Ну ладно. Тогда я покажу, кто же все-таки предал твоего папашку. Ну что, ребята, чем мы будем заниматься сегодня? Эй, дружище, ну ты же знаешь, будем кататься на моем байке! Пойдем запретный лес? Да! Придадим кого-нибудь? Да! Ну ладно, в любом случае, сначала мы будем обижать маленьких слизеринцев! Смотрите, это же наш старый друг! Снэйк, дружище, как дела? Ой, упала, да? О, вот, пожалуйста. О, руки дырявые. Ну вот мы и встретились, Поттер. Да, вот мы и встретились. Ребята, а ну подержите его. Ага. Что вы делаете? Отпустите его! О, Лили! Ох, Лили, конечно! Отпустите, отпустите! Лили, ты же знаешь, что... Зачем ты отпустил его? Мы же хотели повеселиться! О, дружище, ты что, не знаешь, что я люблю ее? Ради нее я готов на все. О, друг, мне знакомо это чувство, мне знаком этот блеск в глазах. Когда-то давно, оно же прямо вот здесь, в моем сердце. И, может быть, даже сейчас. Вот что, петь будет? Она находится в этом зале. Да, и если это так, то эта песня для тебя, дед. Спасибо, спасибо, я все понял. Спасибо, дружище. Не хватало, чтобы ты еще здесь, не дай Боже, пел. Мы все помним этот случай. Лили, Лили, встань. Встань, вставай, вставай, вставай. Иди сюда. Лили, Лили, знаешь, я хочу с тобой встречаться. И несмотря на то, что ты грязнокровка, меня это нисколько не смущает. Что? Да ты... Северус, ты слышал это? Ну, меня это тоже не сильно смущает. Боже мой!
почему Лили опять обижена? Обижена? Да я вообще ее не обижал. Я, может, на ней жениться хочу. Жениться? Да она что, будет сейчас от тебя замуж выходить? Прости, прости. А? Спасибо, Молли. Помогла. Молодец. Куда ж мы без тебя? Я, между прочим, пыталась ее утешить. Да... Да ты на себя посмотри! Чего? Такими темпами у тебя вообще никогда не будет жены! У тебя будет муж! Муж и семеро детей! Все рыжие! Джеймс, ты такой крутой! Ты видел еще эту женщину! Так вот, ребята, чем все-таки будем сегодня заниматься? Слушай, Джеймс, я давно хотел с тобой поговорить. Да? Мне кажется, ты стал немного злым. Чего? Дружище, каким злым? Я никогда злым не был. Он ударил Люпина. Я? Да он сам упал. Ну ты злой. Чего? Я злой? Да если бы я был не злым, вам бы тут все место мыло было. Ну вообще злой! Ребята, да что с вами не злой? Я вообще спокойный, блин, вы чё? Джеймс! Джеймс Поттер! Успокойся! Успокойся ты наконец! Убери от меня свои руки! Пёс! Ах так? Ну я тебе сейчас покажу! Стойте! Стойте! Не нужно больше жертв! Мы просто уходим! Уходим! Просто уходим! Мои друзья, они... Они немножко... Да-да, я знаю, предали тебя. Я все понял. И что это ты понял? Я понял. Я понял, что время идти и мстить. О, ну и кому на этот раз? Предателям. Оригинально. А что это у тебя за книжка? Ну это, я просто так люблю книги. Только страницу 12 не нюхай, пожалуйста. Так, окей. И какой у нас план? План? Я иду и мщу. Один. Вот весь план. Гарри, ты такой крутой. Ага. Круто, значит. А мы тут остаемся полы драить, да? Очень занимательно. Рон, как ты можешь такое говорить? Это серьезно, а ты думаешь только о том, как бы полы не драить. Оставьте его, он не поймет. Да, давайте, идите. Я же урод, я бедный, я неудачник. Всегда проигрываю, всегда в тени. Но однажды все будет не так. Слышите? Однажды вы поймете, какой прекрасный человек. Сколько всего я для вас сделал, как много я значу. Сколько я могу сделать еще для вас, и как вы все меня любите. Крутой мужик! Умнее меня! Всегда вы так. Ты спас нас всех! Спасибо, Рон! Мы мечтаем! Встречаться с ним. Я так горжусь тобою, сын!
смысл даже помечтать нормально не дадут. Боже мой, еще этот Поттер, как же я его ненавижу. Убить готов! Никто меня не понимает. Только ты меня понимаешь, правда, Коростов? Я тебя понимаю, Рон. Рон, это я, твоя крыса. Давай я просто удивление. Знаю, что ты ненавидишь Гарри Поттера. Ну, не то чтобы прям так ненавижу. Нет, нет, мне надо себя сдерживать. Ты хочешь отомстить ему за все обиды. И я знаю крутых парней, которые могут тебе в этом помочь. Но Поттера ведь все обожают. Все. А единственный человек, который его ненавидит, преследует всю жизнь и пытается убить, это... Подождите, вы что, и вправду хотите сказать? Обездоливать и убивать семьи. Так, что у нас сегодня? Вот пирожок от мисс Уизли. Приятно везде иметь своих людей. Зацените, зацените, хозяин, кого я привел? Ой, кто это? Это же лучший друг Гарри Поттера. А? Тихо! Мальчик! Чё ты кричишь? Дай мне пирожок. Вкусные пирожки. Правда, как моя мама готовит. Правда, она определенно ложит туда больше корицы. Да. Было бы странно, если бы сейчас сюда выбежал Поттер. Нашел твоего кого. Хотя это было, правда, слишком легко. Я бы даже подумал, что это ловушка. Если бы, конечно, не Рон. А ты что здесь делаешь? Ты что, еще не понял? Твой друг понял, что он слаб. Слишком слаб. И он решил стать сильнее. Мальчик, ты знаешь, что для этого нужно сделать? Ну, убить лучшего друга? Ну, можно, в принципе, и так. Я так и знал, я так и знал, что этим все закончится. Я с самого начала знал, что моя жизнь будет такая короткая. Ведь с самого же начала, с самого начала моя жизнь не заладилась. И эту песню я хочу посвятить моим умершим родителям, всем друзьям Хогвартса, самому Хогвартсу и моей тяжелой судьбе, которая... Скоро оборвется. Помилите, 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 помилите. Малфой, ты как раз вовремя. Не хватало, чтобы он еще и пел. О, мой Лон, я пришел сюда по стопам своего отца, чтобы пасть. Ниц вашему могуществу, ибо вместе с вами мы построим новый, абсолютно, абсолютно черный мир. И я буду принимать в этом участие. Я представитель благороднейшего рода Малфоев. Я представитель всего Слизерина. Уизли? А лучше?
отныне ясно, что он пришел сюда, чтобы убить Гарри Поттера. Гарри Поттер? Shuffling.